смотришь кринжовые видео, особенно от пользователя права Люцент? Ну тогда готов денежки, человек. Нет. Штраф за ебанутые видео из ТикТока 100 тысяч рублей или 107,5 базовых величин. Так что плати штраф, ебанат, ебаный сука. Пипедов это самый лучший магазин. У нас акция сразу за копейки. Наш поясок за 999 мухосранских. Мой любимый размер. Хочешь? Я насру здесь. Спорим, кто... Говно! Ставлю свою шляпу. Ты задрочи его. 3 сантиметра. И ты... Полковник! Ёбаный рот! Вместо тысячи слов. Если ваш сын подрос, купите ему компьютер. Хули он как дурак, блядь. В Эльдорадо только полезные подарки. Компьютер Acer 4 ядра, 2 гига, всего за 19 990 рублей. В эту субботу в самом охуенно засранном клубе на окраине города. Танцы. Пиздато моргающие лампочки, а также гопники с лазерными указками. На двух танцполах с пьяной кюгол-угол. Неврогибельное пердёж-шоу. Автопати. Не будет. Обстановку заряжает охуенно пьяный бармен. Всю ночь для вас играют диджеи, на которых всем похуй и их никто не знает. Приди до полуночи, получи пизды, и у тебя не заберут мобильный телефон. Со сущим шлюхом вход свободный. Добрый день, в эфире новости. Мы переходим к новостям. Москалькова хочет встретиться с Лукиным, проработавшим на посту 10 лет. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова хотела бы встретиться с Владимиром Лукиным, который работал на этом посту в течение 10 лет и был предшественником Эллы Памфиловой. Суд Египта отложил вынесение приговора экс-президенту Мурси за шпионаж. Уголовный суд Каира в субботу отложил до 7 мая вынесение приговора по делу экс-президента Мухаммеда Мурси и 10 его соратников по движению «Братья-мусульмане» по обвинениям в шпионаже в пользу Катара. Обама. Я всегда скептически смотрел на действия Владимира Путина в Сирии на пресс-конференции после встречи с британским премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Президент США Барак Обама сообщил, что скептически относится к действиям России в Сирии. Клод Жиру. Мы старались помочь Найвирту, капитан Филадельфии. Клод Жиру после победы над Вашингтоном 2-0 в пятом матче 1-8 финала Кубка Стэнли отметил, что соперник играл очень активно. Крылья Советов Урал.
Видеотрансляции матча 23 апреля посетители чемпионата имеют возможность посмотреть прямую трансляцию матча 25-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов Урал» 23 апреля 2016 года. Газета. РУ 12.31. Все с вами был Ваня Гольцов. До свидания. За кого ответил про закон о защите конфиденциальности детей в интернете? Зачем положил памятку YouTube Kids на место? Самые актуальные новости из мира YouTube. YouTube Chatham. В четверг. На канале КТВ. Это Заколы с разными видео. Он делает все. Есть мультики, так что смотрите программу. Заколы. Я буду брать видео. Заколы. Смотрите на... О, боже мой, что это YouTube? Ой, нет! Отпусти меня! Самые лучшие мемы в игре. О боже, какой скример. Бей комп и будет хорошо. Так-то лучше. Почему увидел бурундук злой, когда ходил в зоопарк? Ивангай, завтра, в 9:25, на Rai Movie.